Архангельск снова принимает гостей. В северную столицу заглянули школьники из города-побратима Портленд. В этом году исполняется 30 лет со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве между нашей столицей Поморья и американским городом. Ребята приехали к нам на неделю, чтобы познакомиться с историей и жизнью русского севера. Перед тем, как приехать сюда, мои ожидания были ниже. Я не ожидал увидеть таких вот красивых домов, такой интересной истории и такого общества, открытого и принимающего новое. Могу сказать, что мы подружились с одной девочкой. Ее зовут Настя. Мы с ней гуляли по набережной, смотрели, как люди катаются на картах, делились своими любимыми музыкальными треками. Вот мне бы хотелось, чтобы этого было как можно больше. На встрече с заместителем главы Архангельска ребята из Америки признались, неделя в Архангельске – это очень мало. Сегодня ребята высказали такое пожелание, чтобы эта программа была, скажем так, увеличена в продолжительности по времени, по пребыванию. Я думаю, что мы подумаем над этим. Ребята уже сыграли в баскетбол со своими русскими сверстниками и съездили в музей Малой Карелы.